Так, приїхала посилка нам з сонячного Китаю. Приїхав такий от девайс. Мало всяких запчастей. Да. Зараз будемо дивитися. Так, читаємо. Парогенератор. Інструкція. Вже вивчили китайський? Да. І читаємо, що воно написано. Написано такі от. Так. У наборі йде в комплекті мікрофібра, ганчірочка. Потім після майки витирати. Ні, це і шпатель. Шпатель? Да. Я вам шпатель. І гумова рукавичка. Так. Іде отакий от клювик. І отака от штука. Штука. Так. Це у нас парогенератор. Це шланг всовувати якусь ємкость в воду. Це питання. Ну і це от вихлоп. Вихлоп. Так. Це наш пістолет. Прикручується сюди. Воно там прикручується. Ну, як то? Дадим какие-то колечки, гаечки, всякие штучки. Да. Колечки я замовив окремо. Купив, поки вони нові, я їх зняв і замовив такі колечки нові. Так, ось наші колечки. Дайте надівати пістолет. Так, тут. Тут колечка не надо. Закручуємо сюди. Наш парогенератор. Так. Ну, носик туди накручується. Носик. Ну, по идее, готов. Можно работать. Давай воду. Это, что, это щетки все. Это всякие насадочки. Так. Это всякие насадочки положил нам товарищ китаец. Щетки. Щетка жестка. Трошки менше. Потім така пластикова. Теж пластикова. Тобто дві пластикові, дві залізні. Навіть ліхтарик є. О, подарок ліхтарик без батарейки. Без батарейки. Да. Тихо. Ну і колечки. От це насовуємо сюди. Накручується. Угу. Так, накрутили.
Ну, все, можна пробувати. Берем воду і пробуємо. Да. Все. На ремені. Так, пробуємо включати. Розмотати кабель. Взяти спеціальну воду. Включаємо 220. Ми включили. Включили. Там, наверное, что-то надо нажать. Что-то надо нажать. Это в воду. Вода вот у нас. Вода у нас специальная бутля. Специально очищенная вода. Космос. 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 Включаем. Пошли пробовать. Там на воду, воду, воду. Воду на воду. Так. Так, включили воду под. Сунули, включаем. Так оно должно работать. Потом гудит. Напором регулировать хорошо. И все. Все происходит. Первое включение. Нажал нагреться. Ну, какой-то регулятор есть. Он уже температуру делает. О, смотри. Пошло. О, ничего себе, давай. Так отмывай. Вековая это. Вековая грязь. Давай. Вот он отмывает и щеткой чистит. Так оно работает. Ты шумишь, оно работает. И воду тянет больше. То есть воду можно брать в любой емкости. Так оно работает. Если покрутить, что будет. Что-то больше накрутил. Накрутил больше. Или температура больше, или напор? Напор больше. Напор больше. Ну, он теперь перевернуть в сторону. Что будет. Перевернуть в сторону. Можно присадку гриль мыть. Так у нас все таким китайским космасой отдает. Что выключил? Не знаю. Включи. Кнопку включи. А. Все, не прошло это. Так, идем за другим удлинителем. Этот удлинитель не прошел тест. Он слабенький. Идем по другой. Взяли новый удлинитель. Помощнее. Совершенно новый. Продолжаем эксперимент. Включаем. Все оно нагреется. Берет воды. Вот метр надо будет взять и по мере сколько оно потребляет. Потребляет 5 киловатт. Кого жир отмывает? Да. Это, наверное, ящик пластиком умею. А? Пластиком ящик умею. Да. Вот это. И кого жир, что никогда не отмывалось? Да, нет, это тут.
Тебе железо все відповідати? Железо. Я попробую. Ну, може, по ткані цю, ну, щотка така, м'яка. Ну, да. Може, по цьому, по такому железу. І попробуй железо. От нове? Да. Води воно мало розходувати. Ну, пол банки розраходувало. Ні, воно не повно було. Ну, не сильно воно розпотребляється. Попробуй ту кришку. Ту сітку. А попробуємо залізну. А сковородку. Так, беру залізну сітку, попробуємо залізну. Не, одинаковые. Вот одинаковые щетки с металлическими этими. Ну, щетина металлическая. Сейчас накрутим такую, попробуем, что будет. Ну, перекручивай. Ты, может, там горячая она, не? Не? Тряпкой. Или горячая? Ну, не. О, не пользуйся, она перестала жужжать. Прикручиваем такую. Смотрим, что будет лучше. Чудо китайской техники. Mm-hmm. Это не щетка играет. Это хуже. А это лучше. Да. Обдирая так хорошо. У нас и трея. Да. Это металлическая щетка, пробуем. Новой не была такой чистой. Попробуй сковородку сейчас вымыть. С той стороны или с этой стороны. Буду. Попробуем. Красота! Пробуем отмыть с обратной стороны, там где вековой нагар. И таким ее проявить надо, а потом мыть. О, ручку можно отмыть. Не, он начинает тянуться, но треба химии пшикнуть, чтоб жир... Ну, жир, может, налипает туда. Да. Но працює, реально працює. Пшикнуть химию, и вообще будет бомба. Бомба-ракета. Да. Что мы еще можем помыть? Тапочки какие. Тапочки. Дезинфекция, да? Да. Дезинфекция. Проверим на тапочки. Инфекция тапочкой. Отлично. Штука работает. Еды расходовала, ну, почти банку. Банку.
Дали спеціально очищеною воду. Там отак от. Ну, була почти повна. Літрів, мабуть, 4, скільки тут, наскільки тут банка. 6, ну літрів 5. Розходувало, мабуть, літра 4. Тільки помили всього. Так, виключили. Штука робоча. Все, скинуло давлення. Все, давлення нет. Воду випустити. Давление стравили, чтобы воды там не было. Вот попробуем помыть что-нибудь металлическое, типа велосипеда или какого-то двигателя. Попробуем на чем-то очень грязном. Кому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому сподобалось. Так что такая вот. Какая китайская штука работает. Супер девайс. Супер девайс. Относительно недорого и очень эффективно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.